Света, поздравь меня. Я выступила в субботу на конференции, 180 человек в зале. Я выступала первая, аж у меня рука вначале дрожала от страха. И вначале потом такая крутышка, ура, это сделала. Но возгордиться не смогла по той простой причине, что после меня выступал супер крутой бизнес-тренер, который так выступал, что просто я понимаю, что мое выступление вообще ни о чем. Вот ты знаешь, пока ты не произнесла ни о чем, я тебе даже договорить не даю. Мне все нравилось. Мне нравилось то, что ты с такой радостью сказала: «Да, я крутышка, я это сделала». Для тебя это достижение, твое личное достижение. А то, что после тебя выступал такой маститый мастер, ну это круто, это здорово, это есть куда стремиться. Ну и знаешь, все-таки самое главное соревнование, согласись, это соревнование с самим собой. Ну ты это ты, он это он. Это первое. А второе, когда, ну так формально выражаясь, вернее, фигурально выражаясь, впереди тебя идет человек, который в этой профессии, есть в этом ремесле, да, сильнее. Ну это знаешь, как бежать за мастером спорта. Конечно, такой результат ты, может быть, и не выдашь, но свой результат превзойдешь обязательно.